Всем добрый день. У нас вторая часть видео, конкретно для смартфона HTC Desire 825 Dual SIM. В одной упаковке пришло у нас два объекта, то есть первый мы уже померили, второй это непосредственно два стекла. Почему взял два стекла? Ну, во-первых, ну, второй открывать не будем, первым посмотрим. То есть взял два стекла, потому что в свое время, когда использовал, давайте, кстати, померяем, немножко не так. То есть было старое стекло, как видим, все у нас подходит, немножко по размерам меньше, чем предыдущее стекло. Ну а насчет старого стекла, то есть достаточно хорошее попалось, связано с тем, что несколько раз на данный смартфон падали тяжелые предметы, в частности, один раз даже упал пульт, который где-то 600 грамм весит, ну где-то 80 сантиметров вот этого смартфона. Как видим, спасло, то есть есть он уже сколы в некоторых местах, и вот здесь есть, видно, трещины пошли по стеклу. Благодаря стеклу у меня спас от этих падений. Иногда он падал непосредственно со стола вниз на твердую поверхность, ну либо на ковер. Ну и вот еще скол есть. Сейчас постараюсь показать, как это все произошло. Давайте, не откладывая в долгий ящик, наклеивать на данную поверхность, соответственно, снимать старое стекло. Давайте приступать. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок. До следующего видео и до свидания.